Балаковцы продолжают штурмовать пешеходный мост на шоссе Королева. А куда деваться, если обещанный кнопочный светофор здесь так и не появился, да и сам переход так и не отремонтировали. А ведь аварийным его признали в 2018-м. Тогда же на сайте администрации БМР провели опрос, какое решение проблемы видят сами горожане. Но пока вопрос не закрыт, а закрыт подъемно-разрушающийся мост, чтобы люди не пострадали. В октябре того же года вопрос рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения. Было решено все-таки установить кнопочный светофор. На это необходимо около 500 000 рублей. И эта сумма якобы более реальна для бюджета, чем 5 миллионов рублей на реконструкцию. Светофор должен был появиться вскоре после обсуждения. Но что-то пошло не так. Минуло 1,5 года, а балаковцы продолжают или ходить по опасному мосту, или перебегать дорогу в неположенном месте. За те 15 минут, пока мы снимали видеоряд, с одной стороны дороги на другую перешли 4 человека. Где же светофор? Этот вопрос мы зададим в администрации. А то вдруг про обещание обезопасить движение пешеходов на шоссе Королева забыли.